Машину не тронули, а багажник украли. Жертвой необычного преступления стал владелец семерки «Жигулей». Хищение произошло средь бела дня на улице Гагарина. Кто-то воспользовался отсутствием водителя и открутил металлическую конструкцию с крыши автомобиля. По словам потерпевшего, ее стоимость более 2000 рублей. Хозяин семерки заметил пропажу только спустя несколько часов и сразу обратился в полицию. Правоохранители говорят, с такой ситуацией еще не сталкивались. С автомобилей обычно крадут дворники или фары, но багажник похитителя впервые. В настоящее время проводится проверка, решаются вопросы возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кражи чужого имущества.